Почти 2 тонны белого амура, карпа и толстолобика выпустили сегодня в Днестр и Турунчук. Это финальный этап весеннего зарыбления, которое проводит Минсельхоз. 7 мая было выпущено 1745 килограмм лобиков, белого амура, карпа и карася. Сегодня было 3 рейса, идеально рыба ушла. Смытых особей не было, то есть погибших, поэтому все благополучно. Вчера молодняк в Днестр выпускали в районе Суклей и зарыбляли Кучурганское водохранилище. С 22 апреля в водоемы республики уже выпустили почти 11 тонн толстолобика, белого амура и карпа. Возраст всех молодых ребешек около года. Выращивают их в наших рыбных хозяйствах. Для зарыбления почти всегда выбирают виды рыб, которые в наших условиях не размножаются. Белые амуры и толстолобик помогают бороться с зарастанием водоемов и цветением воды. Кроме Минсельхоза, каждый год зарыбление проводят Акватир и Молдавская ГРЭС. Последнюю партию молодняка планируют выпустить в Днестр в середине мая. После будет еще второй этап зарыбления. Его Минсельхоз проведет уже осенью.